выходя из пункта А, в пункт Б можно и не прийти. Локомотив. Перемещение в параллельное пространство. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас опять приветствует доктор Морозов, программа «Локомотив». А сегодня у нас гость, которого я бы хотел сначала попросить представиться. Всем привет. Меня зовут Глеб Лав. Глеб, расскажи, чем ты занимаешься, что делаешь? Ну, занимаюсь я как бы диджеингом, может, даже не как бы, практически уже на профессиональном уровне. Ну, в принципе, еще занимаюсь промоутерством некоторых вечеринок. Вот, в особенности, в данное время на клубе «Реактор» в Минске. Глеб, ты играешь техно-музыку? Да, только техно. Ну, еще, может быть, примесь техно-хауса. Понимаешь, всегда существует какая-то разница в понятиях, терминологии. Существуют разные точки зрения на то, что собой представляет тот или иной стиль музыки. Вот, скажем, моя следующая программа, я надеюсь, будет посвящена IDM, то есть Intelligent Dance Music. И готовя ее, я встречаюсь со множеством разночтений того, что это такое. Вот то же самое может быть и с техно. То есть как ты понимаешь техно? Что это такое? Ну, в принципе, техно для меня — это просто техно. Вот. Но, в принципе, такие же какие-то градации есть. Допустим, по исполнителям, по лейблам. Тот же Карл Кокс, он, скажем, делает музыку ближе к латино, хаосу, диско и так далее. Вот. Но в основном почему-то в своих сетах используют более жесткое техно. И как-то вот по стилям сложно сказать. Допустим, тот же Сёджин,
у него очень жесткая техно, но также я слышал его миксы в стиле хаус и диско. Ты разграничиваешь, собственно, творчество артиста и миксы, которые он делает. А это закон в музыкальном мире, то, что техно-артист, он также делает и миксы, или это вовсе не обязательно? В принципе, нет. Потому что, допустим, я могу также слушать любую музыку, которая мне нравится. И, допустим, даже мои сеты, они состоят не из чисто там сет, допустим, минимал техно и все. То есть он звучит 2 часа. А там может быть и хаос, более жесткий, с более быстрым ритмом. И также, как вот ты говоришь, intelligent техно. Также могут быть темы просто однообразные, минималистические. Все это я смешиваю, получается как бы один микс из разных стилей. Но как бы я этому не придаю особого значения. Какой стиль? Вот мне нравится, я просто ставлю эту пластинку и свожу ее. Ну, наверное, у тебя нет такого широкого вкуса. У тебя какой-то свой особенный вкус, что и отличает тебя как диджея. Каждый диджей все-таки именно по вкусу отличается, так это или нет? Или все-таки диджеи различаются по стилям? В принципе, говорят, что такое есть, но как бы я к этому не отношусь, потому что мне нравится в основном людей на танцполе держать заведенными. Я могу использовать при этом разные стили техно. То есть узкой направленности в техно у меня нету. Thank you.
Слушаешь ли ты еще какие-то другие стили музыки, кроме техно? Да, мне очень нравится ambient. Вот в стиле Aphex Twin, Global Communication, когда хочется расслабиться. Потом иногда даже если джаз слушаю, трип-хоп. Но это реже, конечно. Ну, все зависит от обстановки. Локомотив. Перемещение в параллельное пространство. А может быть, на тебя, как на диджея, также оказывают влияние и другие виды искусства? Ну, например, кино. Ты смотришь кино или... Вот с кино, допустим, посложнее. Бывает, фильмы нравятся, бывает нет. Но я не стремлюсь к этому, чтобы идти за модой по этим фильмам. Да, если я не ошибаюсь, то... в Oxidizer, в который также ты входишь, то есть это такая группа, промо-группа, также входит и Макс Риторт, наш небезызвестный музыкант, который любит Бертрана Тавернье и некоторых французских кинорежиссеров. Кстати, расскажи про Oxidizer. Ну, сайт Oxidizer был основан в 99 году, если не ошибаюсь. Именно сайт, а да. Может быть, начало... И промо-группа, в принципе, тоже. То есть он как практически в один день. Вот. Как родоначальником промо-группы и сайта Oxidizer является Максим Костюченко, диджей-зверь. И сначала у нас был сайт такой очень простенький. Вот. А потом Максим разработал гораздо более концептуальный сайт. Вот. И по его наполнению, и по дизайну. Кстати, участвовала еще в дизайне есть такая Олеся Сосунова, очень хороший дизайнер. И на данный момент как бы сайт постоянно наполняется и дорабатывается. Там можно получить, в принципе, любую информацию, как и о музыке, как и о фильмах, каких-то музыкантах. Ну, в общем, в этом плане. И о художниках, кстати. По какому адресу в интернете его можно найти? Да, адрес www.oxidizer.net. Очень простой и понятный адрес. Заходите, смотрите. А сколько человек вообще входит в Oxidizer и, может быть, чем они еще занимаются? Ну, вообще-то сложно сказать, сколько человек входит. Но как бы основные люди — это диджей-зверь, Макс Риторт, я, диджей-пожарник.
Ну вот просто мы вместе начинали, и сейчас к нам еще как бы присоединяются люди. Сейчас начали работать с Энерганом 22, очень тесно. Ну и постоянно расширяется. То же самое диджей IFU, поддерживаем хорошие контакты. Ну и как бы практически со всей прогрессивной молодежью Беларуси. И сейчас еще будет создаваться, он на стадии разработки, сайт Белпрома. Будет такой адрес, то есть www.belpromo.com. Это уже будет глобальный проект, именно всебелорусский, с выходом как бы на Запад, ну, как бы, чтобы не зацикливаться в рамках своих. И там уже будут представлены и все белорусские художники, ну, кто захочет, конечно. То есть диджеи, музыканты, то есть не из Минска, а и со всей Беларуси. Также из Европы, даже, может, из Америки. We'll be right back.
упомянул нашу техногруппу Energon22 и сказал, что Oxidizer с ней сотрудничает. А в чем выражается это сотрудничество вот с такими, иногда связанными с политикой Oxidizer, вот как общая, общая тема техно, например, Energon22, а вот, например, IFU, наверное, у него несколько другая музыка. Что объединяет и как вы сотрудничаете? Во-первых, всех объединяет, мне кажется, альтернативная культура в той же самой музыке. Energon 22, мы с ними делаем вечеринку. 13 сентября в клубе «Реактор» будет вечеринка под названием «Back to School». И Energon, то есть напрямую там участвует в организации, там же они будут выступать. Также будут выступать резиденты промо-группы Oxidizer. И, скорее всего, там будет играть еще диджей IFU. Но это будет ночная вечеринка очередная? Да, ночная, то есть 23:00, ну и до упора.
Глеб, расскажи, что за музыка сейчас играет? Значит, сейчас играет мой микс, который, в принципе, я записал недавно, и, кстати, специально для Радио Стиль и для твоей передачи. Здорово. Так что, можно сказать, дорогие слушатели, сейчас звучит совершенно эксклюзивная вещь. Так, это техно, а что за артисты тут звучат? Ну, артистов очень много известных, такие как Марк Брум, Сёджин, Умак, Томас Кром, Джефф Милс, ну, и так далее. В общем, там остальных я уже так смутно помню. Локомотив. Итак, в эфире программа «Локомотив», доктор Морозов, и я хотел бы сделать небольшой анонс. Дело в том, что 28 числа в клубе «Тоннель» состоится вечеринка, посвященная открытию
двух программ, двух новых программ на Радио Стиль. Программа, которую вы сегодня слушаете, «Локомотив», и новые программы, посвященные черной сцене, такой музыке, как индастриал, готика, дарк фолк. Программа называется «Черная пятница», и выходит она, соответственно, в пятницу. Итак, вечеринка состоится в Тоннеле 28 числа. Приходите, там будет очень интересно. Будут играть такие коллективы, как «Стереонойз Гэллери», «Штрих-код», многие другие. Будут играть диджеи, так что увидимся там. Локомотив.
clap your hands together and jump around. Come on. Глеб, интересно узнать, какие планы, в частности, у тебя на ближайшее время и в целом у Oxidizer? Ну, лично у меня, то есть, планы довольно обширные. В октябре меня пригласили поиграть в Днепропетровске. То есть, точно в каком клубе я не знаю, еще так уточняется. Еще меня пригласили поиграть в Словакию, в город Братислава. У них будет какой-то глобальный фестиваль, название его тоже еще не знаю. Вот ждем контракта. Ну и в дальнейшем тоже какие-то вечеринки, то есть нельзя же на месте стоять, как говорят. Ну ты, я думаю, играл в основном на вечеринках, то есть вечеринках, которые проходят в клубах, а приходилось ли тебе играть на каких-нибудь опен-эйрах, то есть там на открытом воздухе? Вот, к сожалению, не приходилось. То есть мы сами планировали этим летом делать опен-эйр, но у нас просто не состоялся из-за финансового кризиса. Вот, но в дальнейшем мы планируем такие вещи, даже, может быть, этой осенью. Хотя будет прохладно, но, как говорится, на хорошую музыку можно и зимой. Как ты относишься к таким глобальным опен-эйрам, которые регулярно проходят и в России, и в странах Европы, тот же Love Parade или тот же Казантип? Очень положительно. Но хотя говорят, последний Казантип был не очень. А Love Parade это просто супер. Но тоже я слышал, что с Love Parade что-то случилось. То как будто в следующем году его уже не будет. Ну что ж, посмотрим, что будет в следующем году. Я хотел бы вернуться к музыке, которую ты играешь техно. Тебе не кажется, что это музыка для именно ограниченного числа людей? То есть ее слушают далеко не все. Она, может быть, в клубах нравится тоже не всем. Как ты думаешь? Да, тут с тобой согласен, потому что сейчас мода идет ближе на хаус, на диско. Тоже джази хаус. Кстати, Максим Зверь играет такую музыку. Вот. Но техно, оно как бы свою нишу определенную заняло уже в музыкальной культуре мировой. И, допустим, я знаю, что в Европе сейчас опять идет подъем техно. И надеюсь, что как бы у нас будет примерно то же самое. То есть я не хочу сказать так, что техно затмит все. Просто люди будут ходить, то есть определенное количество людей, которым нравится именно потанцевать, хорошо повеселиться. Вот с этим я совершенно согласен, тем более, что у меня третий локомотив, то есть один из первых был посвящен непосредственно техно. Там у меня звучали Энтони Ротор, Сусуми Йокото, многие другие артисты. Лично меня техно просто вдохновляет, мне очень нравится эта музыка. Надеюсь, что и вам, уважаемые слушатели, сегодня вы слушали программу «Локомотив». У меня в гостях был Глеб Лав, наш минский диджей, и мы говорим вам до свидания. Счастливо. Да, еще небольшой постскриптум. Как я уже сказал в начале программы, следующий «Локомотив» будет посвящен таким стилям, как IDM и также изоляционизм в электронной музыке. Все, пока.
Выходя из пункта А, в пункт Б можно и не прийти. Локомотив. Перемещение, параллельное